Ярко и торжественно. Еще в сентябре 23-го года президент страны Владимир Путин призвал начать подготовку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Круглую дату страна отметит в следующем году. К этому событию в Алтайском крае откроют центр подготовки волонтеров на базе Краевого дворца молодежи. Отбор стартует 21 октября. Обучение пройдут добровольцы от 14 до 35 лет. Для чего создается этот центр и что такое центр подготовки волонтеров? Это пространство, в рамках которого будет осуществляться набор обучения наших волонтеров и, конечно же, проведение тех самых мероприятий 80-летия. Самое главное для нас, то, чтобы наши волонтеры знали историю нашей страны и знали исторический минимум про наши даты. На встрече в правительстве края также обсудили другие проекты патриотической направленности. С 8 по 10 ноября в регионе уже в седьмой раз будет организован слет «Молодые патриоты силы Сибири». В его основе традиционные семейные ценности, поддержка участников СВО. Это мероприятие в своем роде образовательное, единственное в нашем округе, которое на системной основе работает, привлекает очень много наших коллег, партнеров с регионов Сибири, что очень радует, потому что всегда результатом проведения этого мероприятия являются новые проекты. Алтайский край считается активным участником федеральных проектов патриотического воспитания. Опыт региона признан лучшим в стране в реализации программы «Орлята России». Для ребят младшего возраста проходят внеурочные мероприятия на патриотическую тематику. Вся программа «Орлята России», она основана именно на коллективно-творческом деле по системе Иванова. Это та система, по которой большинство из нас с вами как раз росло, воспитывалось и становилось, скажем так, достойными гражданами нашей Родины. Также представители встречи напомнили об активной поддержке участников СВО со стороны молодежи. Так, например, барнаульские школьники учатся делать традиционных кукол для солдат. Их бойцы носят с собой в качестве оберега, поддерживая боевой дух в зоне спецоперации. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.